В Самаре выступил знаменитый американский музыкант Алди Меола. Его уже включили в список величайших гитаристов мира. Сольные концерты живой легенды всегда проходят с аншлагом. В Самару для того, чтобы увидеть своего кумира, приехали зрители даже из соседних регионов. О том, как это было, наш следующий репортаж. В истории нет другого гитариста, который так изменил бы представление о технических возможностях инструмента. Соединение стилей и манер в его гитаре попросту ошеломляет. Так об Элди Меола сказал Роберт Линч, много лет отдавший изучению гитарного искусства. Мастерство плюс непринужденное смешение – фьюжн, латино и джаз-рока – это визитная карточка музыканта. Конечно, она непростая музыка для восприятия. Наверняка многие люди ее и не до конца почувствовали. Но я думаю, что впечатление все равно останется сильное. Обладатель премии Грэмми, Record World Magazine и других почетных наград просто завораживает людей. И это неудивительно. В 2009 году музыкант включен журналом Classic Rock в список величайших гитаристов. Впервые в Самаре Элди Меола выступил 2 года назад. И вот очередная встреча. Он, конечно, виртуоз, великолепный и совершенно достойнейший музыкант. И поэтому, естественно, очень счастлив быть на этом концерте. И пожелать ему удачи и успеха у зрителей. Успех у самарцев несомненный. Причем на концерт приехали даже жители соседних регионов. Уже сегодня гастрольный тур Элди Меола продолжит в Москве. Екатерина Колтаевская, Светлана Тимофеева, Константин Тахтаров, Вести Самара.